Виталий Карлович Михайлов, заслуженный тренер Российской Федерации, много лет воспитывал в юных саровчанах силу воли, любовь к здоровому образу жизни и умение побеждать. Под его наставничеством тренировались более 1000 спортсменов. Среди них легенды мирового спорта Максим Тарасов и Олег Токтаров. В августе 2022 года тренер ушел из жизни, но оставил большой след в истории Сарова. В память великого тренера подопечные Виталия Карловича решили организовать всероссийский турнир по самбо. Этот турнир мы решили провести в таком интересном формате. То есть у нас будут и юношеские схватки по спортивному самбо. Это ребятишки там 10-11 лет в весовой категории до 35 килограммов. Будет восьмерка сильнейших. Это чемпионы своих городов. Будет у нас чемпион Сарова Максим Качев. Будет у нас чемпион Кстова. Чемпион Выксы, чемпион Чебоксар, чемпион Рыбинска, чемпион Казани и будут два спортсмена из Нижнего Новгорода. На ринге турнира встретятся призеры международных соревнований, чемпионы первенства России, мастера спорта международного класса. Помимо этого, в турнире примут участие двукратный чемпион мира, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России по боевому самбо Александр Нестеров и неоднократный чемпион Азии, победитель Азиатских игр 2021 года Дидар Бабаев. Получается, у нас на любой вкус. Мы, получается, даже проследим такую, может быть, когда будут родители с ребятишками на трибунах смотреть, проследим, как происходит, так сказать, возмужание, что ли, да, и рост спортивный от самых маленьких до молодежи и уже выше, до профессионального спорта. Это, в общем-то, вот все эти моменты мы увидим. Такого формата турнира в Сарове еще не было. Гостей вечера ждут захватывающие состязания, а также знакомство с лучшими спортсменами мира. Александр Иншаков – актер, режиссер, сценарист, кинопродюсер, каскадер и мастер боевых искусств. Роман Власов – двукратный чемпион Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, неоднократный победитель по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта. Мы пригласили Раиса Рахматуллина. Это не наш нижегородец, один из самых титулованных самбистов вообще в мире. Семикратный чемпион мира по самбо. Ну, еще множество гостей, чуть меньше, может быть, регалиями. Ренат Лаишев, в недавнем прошлом президент самбо-70. Это одна из крупнейших, одна из сильнейших школ самбо в нашей стране. Это московская школа. Профессор. Заслуженный тренер России, в общем, тоже очень известный человек. Всероссийский турнир по самбо памяти заслуженного тренера России Виталия Карловича Михайлова пройдет 21 февраля в Ледовом дворце. Начало в 19:00. Билеты можно приобрести в кассе Ледового дворца.